В будний день в первой школе, как и во многих других, в разгаре учебный процесс. Кто-то изучает алгебру, кто-то геометрию. Ничто не предвещает беды. Размеренное течение школьного дня прервал вой пожарных сирен. Несмотря на то, что это учебная тренировка, эвакуация школьников ведется по всем требованиям, ведь от возникновения пожара никто не застрахован. Нам учитель сказал, что это пожарная тревога, и нам надо действовать по плану эвакуации. При проведении тренировочной эвакуации в первой школе огнеборцы смоделировали ситуацию, которая может произойти в ходе реального пожара. По легенде учения, очаг возгорания находился именно здесь, у центрального входа, вследствие чего школьников пришлось эвакуировать с помощью запасных выходов. По словам организаторов профмероприятия, пожарно-тактические учения проводятся согласно составленного плана графика. Основными задачами является проверка знаний и отработка действий при возникновении пожара. Оценка 4, все недочеты и вскрывшиеся при тренировке мы разберем. В общем, цель достигнута, задачи выполнены. Согласно графику, такие учения пройдут во всех школах города и района, ведь проведение противопожарных тренировок жизненно необходимо. Андрей Жилин, Максим Колосов, новости провинции.